Доброе утро. Пятница. Время для обзора интернета. У меня для вас две хороших новости. Первая для аудиалов. Социальная сеть ВКонтакте запустила платформу с подкастами. Подкасты можно как слушать, так и заливать абсолютно бесплатно. Вторая новость понравится всем. Правительство Российской Федерации утвердило расписание праздничных дней на предстоящий 2019 год. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января, 23 и 24 февраля в Международный женский день будут отдыхать с 8 по 10 марта, праздничные дни в мае будут с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Также мы будем, конечно же, отдыхать в День России и отдыхать 2 и 4 ноября. Очень радует. Это все, что касается новостей. А теперь перейдем к тому, что было в видеосфере югорского интернета. Подборка для вас. Смотри, убежал! Убежал, напугал ты его. В последнее время очень часто мишки выходят на дорогу. И знаете, что я тут на досуге подумал? Может, они переезжают? Уж очень часто они просятся в машины. Это все вороны. Что они там забыли? Может, дом не по фэншую построен? Это судный день какой-то просто. Вот это дружба народу 28, а так уже лет 30, наверное, машины ездит. Может, у вас там кто-то бомбами да гранатами игрался? Привет, дырявая дорога. Салют на земле, а? Смотри. А если еще музычки добавить, то вообще экшен будет. В нашем маленьком городе пробки. У нас появилась стандартная пробка вечерами в район учхоза. Она стала такой популярной и мозолистой среди граждан, что скоро можно будет водить экскурсии. Вот, сынок, смотри, это пробка в Ханты-Мансийске. Единственная стабильная пробка. Ну и завершим фото. Поклон до земли вам, батенька, за то, что машину не убрали. Век во дворе помнить будут. А я напоминаю, что мы ждем ваши завтраки. Голодаем, хоть по нам и не видно, но ждем. Автор новой рубрики также разогревает руки и горелки и тоже очень ждет. Не стесняйтесь, друзья. Хороших вам выходных и лайков побольше.